Всем няшки, пацаны, это финальная версия по Empire Total War. Как же я долго ждал этого момента. Ведь это мое прохождение уже... Я не знаю, это самое-самое мое древнее прохождение, которое я никак не мог закончить, и вот наконец-то выбил для него время. И это самая финальная наша серия. Финальная серия за Мальту, за Мальтийский наш орден. Финальная серия по Empire Total War. И финальная она по нескольким причинам, потому что, ну, как вы помните, да, я план их на прохождение делал целью захватить Великобританию, да. После этого я подумывал пойти на Францию, на Париж, но голландцы сами мне объявили войну, в итоге и голландцев больше нету. И мало того, я еще и дополнительную себе цель поставил, это захватить Триполи, тот регион, с которого мы и начинали это прохождение. То есть по целям, которые я себе поставил, я не то что выполнил, я даже перевыполнил свои обещания, которые я поставил сам себе, и я это сделал. Ну и плюс еще вторая очень важная причина, очень важная, это, мать его, Османская империя. Вот не дай соврать, ребят, я прошлую серию записывал 2,5 часа. Вот из 40 минут 2,5. Все остальное время занимали, когда османы ходили. То есть... Каждый их ход был по 15, по 20 минут. Игра... Не то, что они долго думают, просто игра на них зависала, показывала 0 FPS в секунду. Я просто сейчас показываю это, потому что у меня тут FPS фрапсом обозначается. Сейчас 30 FPS. А они с ним... Одни просто тормозило у них... FPS у них тормозило на нулях. И, может, раз в 2-3 минуты что-то там проскакивало, так лагало, так хоп. Потом опять 2-3 минуты жду, потом опять хоп. Потом опять столько же жду. Поэтому я, даже бы если бы я и хотел, я бы не смог бы продолжить. Мне тут говорили, типа, давай, там посылай к ним корабли, там, я не знаю, разведчиков. Но, ребят, пока я до них дойду, у меня пукан просто до Альфа Центавра улетит. А вы знаете, как я люблю бомбить по всякой фигне. И поэтому, ну, просто чисто так, по-человечески поймите меня, я не смогу дальше продолжить. Этому сохранению уже 3 года, даже больше уже. Потому что я, по-моему, с какого-то 2011 года, с начала 2011 года пишу это прохождение. Причем я начинал вначале в ванилу, да, а сейчас вот обновил, да, это Dark Mod, там, 7.0 у меня, правда, сейчас версии, потому что я не стал дальше обновлять. Во-первых, там мультипликатора нет, а во-вторых, чтоб сейф у меня не слетел. Так, секунду. Ой. Так что это наша крайняя, финальная серия, финал. О, и по сути по нашим территориям это полноценно у нас Римская империя, да, потому что у нас захвачены и Франция, и Испания, да, и Англия, ну так вот, если посмотреть, и Италия, да, ну, еще не хватает, конечно, территории вот здесь, да, вот так вот по краешку, и тогда будет тогда полноценная Римская империя, но до этого я не смогу терпеть. И что ж, у нас на повестке дня самый главный... Финальный бой вместе с американцами, как ни странно, да? Американцы все-таки решили насадить свою демократию намного раньше. Видимо, они учуяли. То есть, опять же, из будущего Обама так пришел в прошлое, он сказал, так, пацаны, слушайте меня. Я, конечно, понимаю, что я нигер, да, нигер. Ну да, ну, вы их не любите, то я знаю. Но в будущем нам нужно будет нефть. Понимаете? И так. Так в бороду свою так потирать. Нам нужно будет нефть, у нас будут экономические проблемы. И я, как Мессия, спустился с небес. И пойдемте захватим эти страны во имя Америки, священной Америки. Нам это в будущем поможет. Как-то так это происходило, но, естественно, его там потом убили, потому что какого хера там нигер нам командует. Ну, потому что тогда... Это не я расист, это они тогда все расисты были, нигеров тогда не любили. Они их вообще до какого-то там, я не помню, да... По-моему, даже до начала 20 века их вообще... Даже после начала 20 века их никто не считал как за людей. Даже после того, как у них была война за независимость там... О, не независимость, а война севера и юга. Даже после этого все равно, как бы... Ну, как бы так к ним относились. Может, я опять что-то ошибаюсь, потому что... Когда ты пишешь прохождение, ты многие исторические факты забываешь и кажешься глупым. Ну что ж, ладно. Хватит болтать. У меня такой дежавю просто. У меня такая ностальгия сейчас, а? Без американцев, конечно, если. Я, естественно, иду штурмовать. Кстати, стоп. У вас там нет в поселении? Да, вашу ж мать, а? Ну ладно, это уже нас уже не интересует. Все равно мы идем штурмовать это поселение. После этой битвы мы закончим свое похождение, да. Мечники, ополченцы всякие, кремниевыми ружьями. Господи, кремниевые ружья. Кстати, у американцев даже ополченцы есть пешие пушки. И насколько я понял, чтобы американцы не захватили это поселение, мне надо самому быстрее них штурмовать, чтобы занять центр города, потому что хоть они у нас и подкрепления находятся, но они могут и сами захватить. Ну что ж, штурмуем. Финальная битва. Финальная битва этого похождения, которое столько длится по времени. Ой, даже не представляете, как меня сейчас чувства переполняют, потому что, ну, наконец-то же, наконец-таки, хоть что-то из Total War'ов, из своих вот этих многочисленных Total War'ов похождений я закончу. И это будет сегодня, этот день настал. Этот значимый день настал сегодня. Ладно, пока прекращу. Солдаты, мои горячо любимые воины, сегодня, в этот замечательный летний день, вы присутствуете на знаковом событии для нашего государства. Это наш крайний бой. Последняя битва. И последняя она не из-за того, что мы проиграли, а из-за того, что мы захватили почти всю Европу, и нам уже больше нечего доказывать. Мы пришли на эти земли, чтобы почтить память наших великих предков, которые доблестно сражались на этих территориях, которые полегли, и им пришлось позорно отступить. И в этом сражении мы покажем всему миру, что это была ошибка, что мы не позорно убежали, мы тактически отступили, чтобы завоевать почти всю Европу, чтобы разбить Великую Англию, чтобы уничтожить голландцев, убить испанцев, и пришли сюда, чтобы захватить это знаковое поселение для нашего народа. Здесь полегло очень много наших воинов. Так что давайте поднимем ружья, опять же направим их на врага и пойдем в атаку. Отобьем эти стены, захватим этот город и будем праздновать всю свою оставшуюся жизнь, ведь нам больше нечего доказывать. Это наша последняя, крайняя битва. Поднимем ружья. В атаку! Слушать моих приказов! Ура, товарищи! Ура! Ладно, это не та речь, которая... Не получилось мне также речь произнести, как в позапрошлой серии, да, моей наркоманской. Что-то, видимо, не получается мне сегодня, даже сбился. Ну да ладно. Так, у нас подкрепление американцы. Нам, естественно, надо как можно быстрее их ворваться в центр города, уничтожить пушками стену. На этот раз не надо штурмовать, я думаю, стену, а просто разобьем их. И... Ладно, что я говорю. Короче, приступаем. Всю артиллерию нашу направляем на стены. Так, давайте тогда. Вы по этим стенам долбите, вы долбите по этим стенам, вы долбите по воротам. Американцы, кстати, идут в подкрепление. Но, я говорю, им не надо позволить, чтобы они впервые ворвались в центр города. Нам это не нужно. Ой, ну неужели наконец-то мы дожили до этого дня, а? Неужели я заканчиваю с имперкой? Сколько много нервов она у меня, конечно, высосала, но и сколько удовольствия я от нее получил. Так что... Это наше не последнее похождение по Empire Total War. Я уверен, что у нас будут и еще. У нас будут и еще серии по ней. Но уже в будущем. Уже в будущем. Да, пушки наши, естественно. Хоть они и не обученные, да. Но они неплохо вроде как стреляют. Наши солдаты тем временем... Да не, пока не будут подходить, пока не разрушим стены. Не хочу я лишней потери нести. Кстати, это кто у нас? Ага, вот здесь все-таки мортиры стреляют. Кстати, у них несколько солдат... Ёп, твою мать! Несколько солдат у них все-таки полегло. И по нашим они тоже все-таки настреливают. Очень печально. Ну что ж, тогда выделяем всю пехоту. Наверное, все-таки надо ее... Да не, подождем. Я даже не знаю, что делать сейчас. Или ждать, пока нас немножечко обстреляют, или все-таки идти. Но стены надо разрушить, потому что из них могут вестись обстрелы из пушек. Главное, чтобы... Да, это очень хорошо, что у нас союзники американцы, потому что они будут отвлекать вот эту армию. Тем более, как мы знаем, как искусственный интеллект штурмует поселение, так что я думаю, в этом плане мы сумеем, справимся с этим. Да, ускоряем, наверное, время, чтобы побыстрее это все закончилось. Мучение для врага. Главное, чтобы игра не зависла, не залагала и прочее. Потому что она может. Здесь очень много войск. Чаечек холодненький в бутылочках. Это замечательно. С лимончиком. Ну, как-то долго вы, конечно, уничтожаете. А, у нас же есть куча всяких снарядов. Я уже и забыл. И взрывные, и зажигательные, и разрывные. А что зажигательное дает? Просто... зажигательный ядра обладает большим... Ну, короче, больше радиус поражения, а разрывные что вообще дают? Я просто не читал. Так и против построек эффективно. Но если против построек эффективно, то почему бы не применять его? Тем более так они ядрами будут долго мочить, конечно же. Так, ну тогда ты стреляй по воротам, а вы стреляете по... Кстати, как вы там? Нет, тебе лучше тогда по этим стрелять, а тебе тогда лучше... А, то есть они так расположены. Ну ладно, а ты стреляй по этому. А ты как раз и по центру и шмаляй. Ну как-то вы мимо все мажете. Мимо. Это наши необученные войска, свеженанятые, поэтому... Долго они, конечно, будут здесь уничтожать. О, пошла жара. Американцы что в этом времени делают? Ну, они тупо просто идут под зону обстрела. Ну, господи, американцы воевать ни хрена не умеют. Чего ж с них взять-то? Пушки даже свои еще пока не подвели, которые у них есть. Так что шансов у них здесь минимум. Нам главное быстрее успеть захватить это поселение. А вот это уже неплохо. Уже 9% есть. Главное побольше стен. Чтобы стены были разрушены. Вот, еще один зал пошел. И... Ну, что-то как-то куда вы там? Наверх-то стреляете. Слушайте, лучше стреляйте реально обычными снарядами. Что-то как-то мне кажется, что вы немножечко тупите. Зачем-то в воздухе. Че вы там салютом праздничный устраиваете? Ну, кстати, американцы здесь что-то как-то совсем себя отважно ведут. Может быть, даже они попытаются отвлечь внимание всей армии. Да, вот видимо, что они немножко перестраиваются в эту сторону. Мы даже можем и так занять стены. Да. Скорее всего, я сейчас просто солдат пошлю на эти стены. Даже не стану разрушать. Так. Игра немножечко подвисла. Но это понятное дело. Слишком много воинов. Нет, знаете что, идите-ка вы, стреляйте лучше по центру, вот здесь стреляйте, там всякими своими зажигательными, там, офигенными снарядами, зажигательными ядрами, потому что здесь уже какая-то жара нехилая такая пошла. Ой-ой-ой, а американцы-то уже врываются? Ни хрена вы бодрые типы, эй, стоп, оставить, отставить, это наши земли, эй. Это будет сейчас просто эпик фейл, если американцы захватят это поселение. Что-то они как-то бодро идут. Мне это совсем не нравится. Так что да, штурмуем стены. Ни хрена они бодрые типы, а? Так, и конницу всю нашу тогда посылаем сюда. Бодрые типы, суки. Они уже врываются. Ни хрена вы бодрые. Как вы успели-то вообще эти ворота захватить? Вы же не залезали на них. Или я что-то не понимаю. Ну ладно. В принципе, мы стреляем. Ну, естественно, кавалерия врага, она... Ой, не врага, а наших союзников, она будет убегать, потому что... Главное тут по своим еще не попасть, а когда мы лезть будем. Поэтому, наверное, когда мы пойдем пехотой своей, когда она добежит, я, наверное, перестану стрелять пушками. Не, ну все весело как-то продвигается даже. Я не ожидал, что американцы настолько бодрыми окажутся, что... Но они, главное, отвлекают внимание армии врага, и это нам в плюс. Что они это делают. Да, я смотрю на повреждение стен. 22, 10, 8. Так, ну пока наши воины бегут, пока еще можно привести немножечко обстрел. Так, наш даже полководец подойдет поближе. О, ворота, кстати, здесь открыты. Я вообще ничего не понимаю, что здесь происходит. Но тогда наша пехота, ей не нужно лезть на стены, если такая херня происходит. Главное, чтобы они сейчас не затупили. И вот так вот заняли позицию. Да, нашим воинам даже не надо лезть. Еще вообще просто замечательно. Блин, надо быстрее американцев захватить центр города, естественно. Вот так вот вы побежите. Занимать позицию. Да, но здесь рукопашки будет не избежать, конечно. Игра уже начинает подлагивать так нехило. Так, все, наши пушки уже, давайте прекращать стрельбу. Хватит уже. Наши воины бегут. Да, но враг здесь, конечно... Не, ну вот эта битва вообще эпична. Если так посудить, то последняя битва у нас выходит крайне интересно. О, последние снаряды летят. Неплохо нам так помогли. Помогут, точнее, когда мы пойдем захватывать. Тут все горит. Все вообще в осколках. Ё-моё, да хватит стрелять уже, пушки. Все, тихо, тихо. Тихо, игра лагает, господи, все, хватит. Все же по своим здесь попадете. Блин, игра лагает, ужас просто. Мне прям напоминает как ту битву, когда я оборонял там город. По-моему, испанский, да, город. Сам Мадрид, когда у меня начало все лагать. И мне пришлось выйти из боя. Но главное тут, чтобы не выйти из боя, а то это будет вообще просто фейл какой-то. Не, ну блин, то, что они ворота как-то смогли захватить. Тем более у нас тут еще ворота открыты. Вся наша пехота уже бежит. И наши еще лошади умудряются куда-то стрелять сквозь стену. Вообще какая-то анархия творится. Но опять же игра думает по-имперски. Тут уже многие начали использовать мою эту фразу, да, в моей группе там. Типа вот, я тоже там играл, там, комментарий видел под прошлым видео, там, типа, играл в тылу врага 2. И у меня там солдаты по-имперски начали думать. Ну, я говорю, скоро этим мемом станет, блин, думать по-имперски. Ай, ладно. Хватит уже фигню нести. Ворота тем временем, кстати, закрылись. Ну, а я надеюсь, вы куда и бежите-то? Вы что, через это, что ли, хотите ломануться? Я вообще не знаю, что здесь происходит. Игра как-то вообще себя очень странно ведет. Да, они, походу, туда пошли. То есть они через это не пойдут. Ой, пошли вы нафиг, короче, а. Идите, лезьте на стену уже, все. Вы меня бесите. Игра лагает, просто ужас. Давайте на стены лезть. Стены лезть, это очень круто. Я же могу опять же забагетить. Давайте все на стену лезем. Не надо туда. Да, все, наши одумались, пошли лезть на стены. Лезть на стены, сука. Ой, ну тут, конечно, капец. Кромешный ад происходит, лагучий. Куча воинов. Пока они все не сдохнут, игра и плавнее идти не станет. 9 FPS у меня. Замечательно. Наши что-то там с лошадки куда-то стреляют. Да перестаньте вы стрелять, вы боезапас только свой тратите. И по своим еще можете. Ёбушки-воробушки, это что за херня? Это не наши пушки, это, видимо... Блин, это тут уже становится крайне опасно. Так, давайте-ка вы куда-нибудь сюда передвиньтесь. Блин, не вся наша кавалерия выделилась. Вообще какой-то лагучий бред происходит. Я не так ожидал последнюю битву. Я думал, она будет менее лагучей. Ну ладно. В принципе, нормально. Живем. Ой, ё-моё! Наши лошадки, живите. Ой, живите. Господи, что за... Какая-то просто ватханалия творится. Ой, господи. Ой, лагучий ад. Ой, лагучий ад. Просто лагучий ад. Ну, главное, наши на стену уже начинают лезть. А, еще и из ворот они... Я не понимаю, что вы... Что вообще делается, я не знаю. Куда вы... What the fuck вы делаете вообще? Мы же сейчас вас в рукопашку здесь поимеем. Капец какой-то. Господи, давайте кавалерии еще поможем. Ё-моё, вот это самое просто эпик, думать по-имперски здесь начинается. Комп здесь вообще просто уже с ума сходит. И лагает. Да. Надо все-таки обновлять внутренности компа, ну, потому что на это смотреть совершенно невозможно. Нашими стройными рядами просто прорываются сквозь врага. Тут дерутся. Тут вообще какая-то бредятина происходит. Ну тогда давайте уж все вместе, все идем. Все идем. суда. Просто все рукопашку. Уже как-то пофигу. Мне пофигу, сколько у меня уже потерь здесь будет. Но это поселение... Господи, как лагает. Но это поселение должны мы захватить. Давайте все туда идите. Все ломитесь в эту херню. Хёпушки-воробушки, что происходит вообще? Тут уже наш уже половину... Я вообще не понимаю, что происходит. Ой, ладно. Просто бежим, захватываем центр города. Пофигу уже на всех, на все. Главное, генерала своего не потерять, чтобы по нему миномет какой-нибудь не стрельнул. А они могут. Давайте повернем камеру, посмотрим, что у нас здесь происходит. Капец какой-то вообще. Ой. Ой, я не знаю. Вот я не люблю штурмовать поселение вообще никак. Вы уже понимаете меня, да, почему? Тем более в Empire Total War, потому что, ну, это вообще просто бред какой-то. This is пиздец, я бы так сказал. Ладно, мне, наверное, придется все-таки фрапс вырубить, потому что... Ну, тут не на что смотреть. Так и здесь и будет это продолжаться, это хламина. Здесь они будут толпиться, здесь мы будем толпиться. Вообще идите все сюда. Просто ломитесь, я не знаю, как... В атаку идите, как тогда, в 19 серии, как я багетил. Просто идите все вот сюда. А я не могу, что ли, вас поставить? Ну давайте, ставьтесь. Господи, да просто сюда идите. Все бегом. Прорывайте строй. Вообще по барабану, что здесь происходит, и сколько у нас потерь будет. Сейчас американцы нам еще в спину ударят, это будет вообще просто замечательно. Но, естественно, они это не сделать не будут, но я так уже прикалываюсь. Просто прорывайтесь. Они сами сдадутся от такого наплыва. Ладно, я фрапсы вырубаю пока. Ну вот, мы уже прорвали строй. Бежим уже уничтожать пушки. Ну, не пушки, а мортиры эти. Да, ну это... Я не знаю, это просто весело за этим наблюдать. Вот это самая уже странная моя битва. Без базара. Просто без пиздежа. Просто, ну... Блять, я хер его знает. Я не могу не материться, просто такая вот ханалия творится, я не знаю. Капец какой-то. Чё вообще тут? Ой, ну ладно, главное пушки отхватить и... занять центр города и удерживать его. Тут, конечно, по нам сейчас что-то стрелять могут. Да. Надо какой-то один... Да, всю конную нашу выделить, чтобы они уничтожили вот этих говнюков. Пока наша пехота идет там сражаться. Господи, как лагает. Как же лагает, а? Блин, мои воины, не тупите, пожалуйста. Я не могу, я сейчас покраснею от этой битвы, ну потому что здесь вообще какая-то херня творится непонятная. По нам уже, естественно, начинает шмалять, но мы не обращаем на это внимания, мы бежим и просто атакуем. Хотя, может, я сейчас из-за этого еще и проиграю, блин. Так, ну они, наконец, начинают уже сдаваться, то есть мы сейчас можем всю свою силу направить. Господи, они еще и стреляют. Умудряются еще как-то стрелять. Какие лаги, е-мое! Как же, блин, весело, ага. Так, тут уже на нас начинает другая армия отвлекаться. Американцам мы немножечко поможем, потому что они здесь... Да что здесь происходит, я не понимаю. Ой, капец. Ой, капец. Ай. У меня показывает 20 FPS, но я не верю этому значению. При 20 FPS так не лагает. Это из-за того, что... На тебе просто прям по башке. Просто иди сюда, так, отцовский такой шлепочек. Ай, по нам стреляет уже. Так, выделяем всю нашу пехоту и... А мы даже тут перестроиться не успеем, чтобы начать стрелять. Просто в рукопашку начинаем всех месить. Просто начинаем в рукопашку всех месить. Отвлекаем на себя внимание армии. Да. Это эпик, конечно. Эпик в плане тупизма. Ай... Да, ладно, остановлю, пока я запись, потому что, ну, это невозможно на это смотреть. Ну вот, кажется, немножечко игра раздуплилась. Видимо, столько много воинов полегло, что... Я не знаю, это... Продолжить, естественно. Но это бред, ребят. Это... Сейчас то, что здесь происходило, это был полный бред. Ой, ладно, уничтожаем как можно больше пленных. Да. Это был просто логатрон. Это была самая глупая, но эпичная битва за все это прохождение. А, даже здесь у меня лошадки с другой стороны пошли. Потому что у меня здесь оказалось, что ворота закрылись, и тут половина моей армии начала пытаться идти в обход. Ну да, вот тут еще солдаты что-то пытаются. Че вы делаете? Ладно, оставляем здесь какой-нибудь потрепанный отряд, чтобы он просто держал эту позицию, чтобы не американцы заняли. Ну мы и так уже все равно выиграли. Ну просто поиздеваться над врагом хочу. Последний раз насладиться этой игрой. Ну не в последний раз, я говорю, я все равно буду проходить Empire Total War, но уже за другую фракцию. И не факт, конечно, что скоро, но буду. Да. Да. Это, конечно, была мясорубка. О-о-о-о-о-о. Воткнул просто. Бегите. Чё? Тут еще и наши подключаются. Наши пошли. Наши же ведь. Ну да, наши белые. Ай, ладно, лошадки, давайте идите добивать врага. Чё там? Постройка захвачена, мы еще вражеского генерала успели убить. Так, кто там стреляет? Американцы, по нам не попадите, а? Суки вы такие. Я-то знаю, что вы хотели захватить это поселение, но... Да и генерал пусть побежит, чё. Пусть тоже понахватает фрагов. Ой-ой-ой, какое здесь мясо просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, мать его. Богу-то в душу. Кстати, сегодня воскресенье, сегодня Пасха. Так что всех с праздником. Ну, если, конечно, сегодня эту серию выложу. Скорее всего, я ее и выложу. Вот божественная ваша смерть. В честь праздника, суки. Ой, ладно, не туда меня заносит. Не, ну это линия смерти, как я люблю ее называть. Это просто линия смерти. Здесь просто будет куча фрагов. Ну-ка, если переключиться к вам. Ага. Какой кошмар. Какой позор. Ой-ой-ой. Какие текстурки. Ты смотри, какие текстурки, а? На стенах. Ёб твою мать, что вообще происходит здесь? Ё-моё! Слушайте, это вообще прикольно. Ой, кошмар какой. Ну, главное, леса. Красивые земли. Ой, вообще, ну я не могу на это смотреть. Это просто вообще какой-то кошмар. Ну вообще просто, вообще. Вообще кошмар. Да, вражеская армия стройными рядами начинает от нас убегать. Не убежите. Я просто уже издеваюсь над врагом. Всячески. Ой, вообще ужас какой. Но самое главное мы... Кстати, сколько у нас людей-то прокачалось так. И кавалерия неплохо так прокачалась. И, кстати, генерал наш там уже выбежал. И давай там... И нарубает там немножечко себе. Ну да, вот он. Пошел. Не-не-не, я хочу на генерала посмотреть. Так, сет. Это разве генерал? А, ну да. Да. Красиво, конечно, красиво. Давненько я не врубал этот вид от первого лица здесь. Ой, какой позор. Чё ты мне свою подмышку-то показываешь? Генеральскому-то отряду совсем офигел. Разжалую тебя же ведь. Ты меня под расстрел просто попадешь, сука. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нифига он Майкл Джексон, блин. проскользнул, так. Ой-ой-ой. Ни хрена вы, конечно. Скользите, товарищи. Ах. Да. Ну давай, давай. На тебе, ёпт. В воздух. Убил взмахом кинжала сабли в воздухе. Ой, ну ладно, чё. Да. Вот и все. Вот и все. Кровавый безумец. Ну, спасибо. Спасибо за захват всей Европы. Вы мне дали, наконец-таки, ачивку, что я кровавый безумец. Как я и хотел в начале своего похождения, типа как Наполеон или как Гитлер, да? Захватить всю Европу. Ой, ладно. Да. Да, много людей мы потеряли, но это вместе с потерями американцев, потому что те-то вообще как психи шли. Ну, в принципе, как и я как псих шел. А, не, нормально. Нормально. Вообще уже по барабану, сколько я потерял. Наконец-то мы захватили. А мы и так их тогда захватывали, просто нам тогда восстания мешали. Да, тут начались всякие... Ой. Восстания. Освобождание, освобождая, конечно, на порядок это все равно не повлияет. Тут надо всех своих этих посылать. А тут даже построить нечего, чтобы религию распространять. Поэтому эти земли не такие крутые, как мне вначале казалось. Ну, армию мы все равно восстановили. Короче, ну тут, понятное дело, здесь мы боролись бы с восстаниями, отсюда бы армию собирали, шли бы дальше на Савою захватывать, да? Потому что у нас здесь уже полноценная такая армия собралась. Ну, конечно, правда, бомжи, там пушки, может, еще. Тут бы с двух сторон их зажал. Вот, здесь наша армия, да? Тут, который идет. Ну, я ход уже пропускать просто не буду, но... Поймите меня, как человек, просто ждать еще 20 минут османов, ну совсем желания нет вообще. Ну вообще. Отсюда бы армию тоже бы послал бы на помощь. Здесь бы так, наверное, все и оставил, пусть они так и живут там. Что там дымит? Не, все нормально. Ну что, ребята. Вот она, наша империя. Даже я лучше так покажу, так даже виднее будет. Ах. Да. Еще вот это захватить вообще было бы замечательно. Но османы портят всю малину. Да и тем более, как я уже говорил в начале, я себе... Не то что цели, которые я поставил, я выполнил, я их еще и перевыполнил. Вот, Великобританию захватил, Голландию разбил полностью. Так что все цели, которые я себе поставил, я выполнил. И дальше уже, опять же говорю, нас уже не остановить. По авторитету жалко нас не показывает, конечно. Но вот она, наша империя. Если уж... Если спрашивать, помните, ну как у меня называется похождение, империя или крах, да? Империя или крах. Если спрашивать уже сейчас, что империя или крах, то вначале я бы сказал в первые 15 серий, что у нас был, скорее всего, крах, а потом уже появилась у нас полноценная империя. Так что мы отвечаем на этот вопрос с уверенностью. Это империя. Это уже империя. Непобедимая империя, которая разбила... И испанцев, и Великобританию, и Голландию. Полноценная себе империя. Так что, ребят, что я могу сказать? Всем большое спасибо, кто смотрел это похождение, которое было самое мое первое похождение вообще из всех, ну, не считая, конечно же, типа, налево 4 мертвых хера 2, это Left 4 Dead 2. А так, это считается мое первое похождение. Даже позже потом вышел Лимбо и Портал 2, насколько я помню, да? Если посмотреть, да. Лимбо, Портал 2. То есть это самое мое первое такое полноценное похождение, которое началось, сейчас скажу, с какого дня. С 26 января до 2011 года. И вот сейчас она завершается. Всем вам спасибо, ребят, кто ждал, кто смотрел эти все серии, кто комментировал, кто поддерживал. Мы дождались финала. Наконец-таки мы дождались финала этого просто эпически долгого похождения, да. Ой, ребят, всем вам спасибо за то, что смотрели. Всем вам огромное спасибо, кто ждал, смотрел. кто начинал смотреть эти серии, где с моим этим наркоманским голосом, да, где я там тупил. И вот сейчас, где у нас уже полноценная такая империя, хотя сам, конечно, я продолжаю тупить, куда без этого. Так что, что я могу теперь сказать? Я могу теперь полноценно, просто в сведениях, да, изменить, вот прямо вот в прямом эфире это делаю. Сейчас похожу, Empire Total War, я ее могу теперь со спокойной душой написать, что я ее прошел. 7... А, у меня места тут не хватает. Так, ну ладно. Слишком много я всего написал. Empire. Удаляем. Так, 4, 5, 6, господи, 7. Вот сколько у меня еще похождений, которые я не завершил. Ой, ладно. Зато с уверенностью могу уже написать, что Empire Total War, да, мы прошли. И сохраняем. В прямом эфире, как говорится, это все делаю. Да. У нас еще 7 прохождений. И 7, можно сказать, завершено. После этого прохождения я буду добивать первый Рим, потом Сьогун 2. Потом уже посмотрим, что из этого мы будем добивать. Майнкрафт, ФИФА, многие ФИФУ просят, многие Симсы просят, многие Рим 2 просят, многие просят продолжить Молтон Блайт, но мы тоже, Молтон Блайт тоже к этому вернемся. Но главное вот чего. Главное вот, наконец-таки, наконец-таки, наконец-таки. Да. Ох, имперка, а! Сколько же ты мне нервов принесла, и сколько же наслаждения от этой игры. Я не говорю этой игре прощай, да, типа, все, больше никогда не увидимся. Я говорю ей просто до свидания. И всем, кто тоже смотрел это прохождение, я тоже говорю до встречи, потому что мы еще вернемся. Мы еще вернемся в замечательную в эту игру Empire Total War, но уже чуточку позже и за другую фракцию, когда я еще и мод обновлю. У меня сейчас Dark Mod 7 версии, может на 8 уже русик появится. Да, так что всем вам спасибо за то, что лайкали, смотрели, комментировали. Да, ну что ж, тогда под конец давайте-ка все-таки пустим слезу ностальгии, да. И посмотрим все мои самые такие эпичные моменты за время этого прохождения под музычку. Так что, спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующем прохождении. Всем пока. Так, надеюсь, меня видно, да? В общем, хотел я под музычку вырезать все эпичные моменты, которые у меня были за время этого прохождения. Наснимал кучу, просто кучу всяких моментов, но мне кажется, что это слишком как-то долго будет выглядеть, да, в самом это видео, где-то видео само на час получается. Под музычку, да, этот пытался сделать, я не знаю, как вы видите или нет, да. Могут держать столицу типа, под музычку там всякую. Ой, так армия что, не погрузилась, что ли, флот? Да ладно. Вот. Генерал, дайте мне наконец вас завоевать. А не легче ли просто обстрелять их, долбануть? Ну, в общем, тут всякие типа прикольные, забавные моменты. Но мне как посчитал, я посчитал это, что это как-то скучно будет. Вот тут вот кучу всяких этих моментов, где я там багечу, где я там кричу, где еще какие-то там. Но я не знаю, будете ли вы это все это смотреть. Я пока хочу просто... Ну, наверное, я это все смонтирую без этих моментов, да? Без вот этого всего. А уж если вы там в комментариях напишите, типа, ну давай, типа, смонтирую под все эти моменты. Ну, мне как-то кажется, вот сейчас вот полдня на это убил, чтобы вырезать, чтобы пытаться там какую-нибудь музычку вставить там. Ну, не то, что полдня, но очень много времени я на это потратил. И мне, вот, как обычно это оно бывает, кажется, что это, ну, слишком как-то глупо выглядит. Неинтересно, долго. У меня так часто бывает, когда я монтирую свои видео очень долго. Тот же этот обзор моих исторических видеоигр, которые я 2 недели, наверное, делал. У меня еще и винда слетала, и переустанавливал ее несколько раз и заново монтировал, и ошибку в Sony Vegas у меня дохера было, когда я это все монтировал уже, то есть когда рендерил. Поэтому мне под конец казалось, что ну его, как говорится, нафиг, лучше было бы удалить. Ну, слава богу, я тогда не удалил, потому что обзор получился, да, все-таки забавный. Но тут тот же самый момент. Здесь, конечно, не так эпичное, как у меня в этом обзоре исторических видеоигр, но эти моменты, конечно, не знаю, я, в общем, сейчас решил зарендерить без них. Но я говорю, опять же, исходники оставлю, вот эти все записи, если уж там у вас какое-то желание проснется, поностальгировать, там, посмотреть моменты какие-то, то пишите в комментариях. А так, да, всем пока, еще раз. Увидимся в следующих прохождениях и прочее. Так что пишите в комментарии, как вы насчет этой темы. А, все, всем пока.